А в Амутинском районе уже собрано более 25% урожая. На сегодня все 18 хозяйств активно занимаются уборкой зерновых и бобовых. С полей почти исчез горох, комбайнеры взялись за рожь и пшеницу, подоспел и рапс. Как отмечают в районе, погоде этим летом можно поставить 5 с плюсом. Если сравнить показатели уборочной с прошлым годом, то в этом аграрии идут с опережением графика на 15%. В этом году, ну именно наш район, я не могу сказать о районах южных, где подсушило действительно и проблемы есть. А у нас как бы первые посевы с первого срока, их немного присушило, но тем не менее потом дожди все-таки у нас были и благоприятные для этого года. Средняя урожайность у нас на сегодняшний день идет 23 центнера с гектара. По хозяйствам цифры, конечно, разные. Разбег от 20 до 30 центнеров с гектара. Все зависит от технологии, качества семян и сельхозоборудования.